наши дорогие подписчики, гости нашего канала. Вот видел новый способ посадки перца, в интернете посмотрела. Решила вам показать. Ну, я хочу попробовать на горьком перце. Перец сходит за 4 дня. И вот я быстренько все это организовала и хочу попробовать, правда это или нет. Написала какого. Вот, она там показывала. Берем горячую воду. В грушу набираю. Ну, пока вот только чайник вскипятил. Ой, господи, поливаем. Полили. Господи, что он так фыркает? И вот раскладываем семена перчиков. Ну, много нам там потом выберем. Много, конечно, мне горького перца не надо, потому что у меня с того года еще много есть. Вот, ну, посажу, потом соседке раздам. Самое главное. Хочу попробовать, как она сделала, и посмотрим. Перец мой. Прошлогодние семена я. Вот она засыпала, вот так вот все показывала. Самое главное, чтобы семена не остались лежать наверху. Ну, вот так вот мы их. И чуть, вот тут еще не засыпала. Вот так засыпаем. И сейчас мы их. Где-то сантиметр, да? Да, где-то сантиметр. И сейчас мы опять прольем горячей водой. Чайник у нас, я уже говорила, только вскипел. И поставим. У меня там батарея застеленная полотенцем. Сейчас Павлович, Владимир Павлович покажет. Все. Сейчас она впитается. Ложечку, Володя, давай достанем. Вот. И чуть-чуть мы так прижмем ее. Вот так вот. Вот мне понравился этот способ. Если получится, потом вам обязательно покажу. Закрываем крышечкой. И все, убираем в теплое место. На батарею. Сейчас покажем. Ну, вот сюда на батарею мы ставим. У меня тут стоят баклажаны. Вот я сегодня посадила. И вот решил таким. Тут у меня не жарко, вообще тепло. Ну, не жарко. Потому что у меня тут вон сколько слоев полотенца. Вот и будет оно тут в тепле стоять. А потом результат покажем. Правда это или неправда? Перец и баклажан. Баклажан я сеяла тоже 5.02. А взошел он у меня 10. Это вот баклажанчики. Стоят они у меня на батарее, на полотенце. Вот так вот стали баклажанчики. Ну, я сеяла много. Но еще пока взошло только 4 штуки. Там посмотрим. Вот баклажанчики и перец-колокольчик я сеяла. Но я перец-колокольчик хочу вам сказать. Но я в горячую воду, горячей водой многие растения сажу. Землю проливала. Вот, ложила семена сверху, потом земелька и опять кипятком. Вот сколько взошло перца-колокольчика. Я думаю, дай попробую я вот так. И поставила на батарею. Сейчас я покажу, где он у меня стоит. И посмотрите, сколько их взошло. Сколько много. Ну, я многое сеяла, потому что прошлый год у меня проблема была с этим колокольчиком. Плохо всходили. А нынче, посмотрите, может, семена свои свежие, прошлогодние. Может, действительно кипяток так повлиял. Ну, вот так они у меня взошли. Вот, и стоят они у меня. Сейчас я вам покажу, где. Вот тут. На вот этом вот полотенчике. Вот сколько слоев складываю. Здесь тепло. И вот так вот они у меня тут стоят. И баклажаны тоже там стоят.